Костюмы, музыка, декорации, все происходящее на сцене переносит зрителя в начало 20 века. «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова – классический спектакль, который так долго ждали саровчане. Очень приятно было видеть всех в таком большом составе на сцене. Костюмы замечательные. Все понравилось, спасибо. Очень понравилось. Очень понравилось. Да, спасибо огромное артистам, прям замечательно играли. Спектакль очень понравился, хоть и классика, но трогает душу и замечательное настроение. Очень понравилось то, что такая классическая, классическое произведение, оно показано с точки, достаточно академически, да, но и при этом такие вкрапления какого-то такого немножко современных таких моментов, очень здорово. Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень, и я жить без него не могу. Помещицу Любовь Раневскую главную героиню пьесы сыграла Ирина Авакумова. Эта роль считается жемчужиной в репертуаре любой актрисы. Конечно, это хочется сыграть, хочется к этому прикоснуться, хочется произносить этот текст, переживать те события, которые происходят с этими людьми. Поэтому, конечно, это роли мечты. Как считает Ирина Авакумова, такие женщины, как Раневская, встречаются и в наше время. Героиня любит свой дом и не видит своей жизни без вишневого сада. Однако она не делает ничего, чтобы спасти свое поместье и надеется лишь на чудо. Это мне очень напоминает нашу интеллигенцию, так отчасти, которая очень искренне любят родину, говорят об этом, действительно пылают к ней страстью истинной. Но, как говорят актеры, этот спектакль и сейчас не теряет своей актуальности, а темы, которые в нем затрагиваются, всегда будут волновать зрителя. Любая классика, она до сих пор актуальна, так как она поднимает вечные проблемы, вечные ценности в них затронуты, показаны. Спектакль «Вишневый сад» будут показывать в Саровском драматическом театре в апреле. Для зрителей старше 12 лет. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.